Привет, друзья! Иногда нужно открыть банку, но не всегда это легко получается. Крышки иногда бывают очень плотно затянуты. Для этого можно что сделать? Просто подковырнуть ложкой снизу, помогает. Некоторые открывают, проколов дырку сверху. Но не спешите, есть более эффективный, простой и быстрый способ. Беру обычную скалку. И скалкой вот так делаю. Оп! Слышали щелчок? Все, банка открылась. Опс! Легко и просто. Запомните этот простой способ, обязательно пригодится. Эффектно, красиво и быстро открывается практически любая банка. А также смотрите и другие интересные и полезные видео прямо сейчас.